Существует множество способов утеплить балкон. Сегодня мы расскажем о современной технологии, которая позволит с небольшими затратами превратить балкон или лоджию в рабочий кабинет, спортзал или просто уютное место для отдыха. Для начала проверим ровность поверхности стен и пола. Перепад не должен составлять более 1 см на 2-метровой рейке. При необходимости осуществляем выравнивание с помощью штукатурных смесей. Финишную отделку из искусственного камня или декоративной штукатурки будем вести по базовому клеевому слою, нанесенному на плиты утеплителя. Для этого берутся пир-панели, облицованные стеклохолстом. Обкладка из стеклохолста позволяет надежно приклеить утеплитель к стенам и обеспечить достаточное сцепление с клеевыми составами. При этом дополнительной подготовки плит не требуется. Начинаем монтаж теплоизоляции с потолка. Далее перейдем к стенам и полу. Крепим плиты с помощью специальной клей-пены Logic Pier. Нанесение пены осуществляем так, чтобы не создавать полосой пены замкнутого контура. Для большей герметичности рекомендуем проклеить стыки плит той же пеной. Через 24 часа рекомендуем закрепить фасадными дюбелями из расчета не менее 2 штук на плиту. Следующий этап – нанесение базового армированного слоя на утеплитель. Он создаст сплошное ровное основание под финишный декоративный слой. Для этого шпателем наносится штукатурный состав и втапливается щелочестойкая фасадная сетка с последующей затиркой поверхности. К нанесению финишного декоративного слоя можно приступать только после полного высыхания защитно-армирующего слоя, но не ранее, чем через 72 часа. Все неровности нужно зашпаклевать, а затем зашлифовать. Далее поверхность необходимо загрунтовать. Последним этапом наносим финишный слой из декоративной штукатурки, плитки или искусственного камня. Для теплоизоляции пола мы используем плиты Logic Pier полы. Они облицованы с двух сторон алюмоламинатом, что позволяет выполнять как сухую, так и мокрую стяжку. При монтаже плит важно не забыть проклеить стыки утеплителя алюминиевым скотчем, чтобы создать герметичный пароизоляционный контур. В нашем случае используем полусухую стяжку, которая создаст стабильную основу для чистового покрытия. Балкон готов к эксплуатации.